14-летний тверичанин стал серебряным призером первенства России по фристайлу на бурной воде среди юниоров. Тимофей Конюхов сразился с 16 юниорами из разных регионов Российской Федерации. Тимофей Конюхов второй год подряд становится серебряным призером национального первенства и подтвердил свое членство в сборной команде страны. При этом в одной из трех финальных попыток он установил личный рекорд, набрав в сумме за свои акробатические элементы 240 баллов. Вместе с серебром Минспорта Российской Федерации он также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.